Всем привет! Я сегодня буду притворяться фейком Рич Котика. У меня не было елочки, поэтому мне пришлось попросить ее кот. Теперь я могу делать все, что захочу. Ладно, пропустим этот момент. Чтобы сделать ее фейком, мне надо ее баннер канала и аватарку. Сейчас вы увидите, как я буду страдать, их и добывая. Пока вы лежите на диване, они зарабатывают миллионы. Пока миллионы лежат на диване, вы зарабатываете. Ну и чтобы наш аккаунт хоть чуть-чуть стал популярней, чтобы нас хоть замечали, чтобы мы хоть в рекомендации попадались, надо создать видео. И сейчас я буду создавать видео. Ну и чтобы она меня заметила, то надо написать комментарий под ее видео. Но у нее почему-то эти комментарии не высвечивались. И я забыла сказать, я буду писать комментарии не только ей, а еще и другим людям, которые активны на ее канале, например, Bubblegum и Nelly. Просто понимаю, что в отсутствии тебя мне станет хуже. Наступил следующий день, и я буду смотреть, какой у меня актив. Подписчиков также 0, а просмотров 10. И Нелли повелась. Я подписался, а почему тебя взломали? Я хз, что придумать, поэтому, в принципе, так и отвечу. Ну, а она меня не заметила. Время создать новое видео. Да, я буду включать себя. И делаю себя так, как будто у этого фейка нет гачанок. Моя ладонь превратилась в кулак. Типа хором все поют. Она наконец-то меня заметила. Всем ахайо. Меня не блокировали и не буду блокировать. Зато теперь какая-то девка хайпится на мне. Вау, я так рада. Короче, все понятно. И чтобы опять ее уведомить, типа то, что фейк выпустил новое видео, я ей скину скриншот. Типа, а что с моей Оской? Почему именно я? Она сразу зашла в сеть. Как я же обожаю людей, которые сразу заходят в сеть. Ну, гениальное сообщение, гениальное. Я только сейчас поняла, что у меня будет ее, когда она об этом узнает, то что все это делала я. Прошло 2 дня, и ничего не изменилось. Ну и давайте сейчас мы сделаем видео. Я хочу кинуть доказательства, типа то, что я не фейк, ну и записать видео в Роблоксе. Вітрику, зараз тиха година, треба спати. І да, я вам не покажу відео следующее. І поза следующее, потому что за эти видео меня уточка убьет. Ну, я ее называю уточкой, потому что это ее старый ник, он легче. И тут меня за эти видео убьют. Ну, давайте все-таки посмотрим актив. Так, и кому верить? Мне, конечно. Ха-ха-ха-ха. Клоун. Бра. Теперь все ясно. Что ясно? Скажу в своем новом видео. Видео, которого нет. Пон. И да, похвалите меня, потому что даже для одного видео, ну, с озвучком, где типа ее голос, я попросила подругу озвучить, потому что у нее очень голос похож на ее. Понятно? Похвалите меня, пупсики. И меня очень сильно радует то, что она меня активно замечает. Поэтому все идет по плану. Я, кстати, решила поставить Bubblegum, типа, ну, сделать такую же обработку, как у нее. И в итоге уточка поверила. И когда голос я записывала, уточка, короче, думала, то, что это Bubblegum. И сейчас думает, что это голос Bubblegum. И это все она сделала, прости, Bubblegum. Ладно, давайте продолжим. Уже
Ну, наступил другой день, и сейчас мы посмотрим актив. Подписчиков также ноль, но появились комментарии. Смех в конце – это отдельный вид искусства. Ну, перестань, пожалуйста, повторяться, настоящая речь котик. Я настоящая! Пруфы? Есть на канале. Супер-пупер-пруф. Кстати, она меня опять заметила. Поэтому сейчас будем делать супер-пупер-мега-видео-ответку. И да, она, конечно, сделала ответку, но мне лень ее вставлять. На этом наш эксперимент является закрытым. И сейчас я сделаю по этому поводу видео.